Здравствуйте, в эфире телеканал «Арис Новости», меня зовут Владимир Антошкин. Глава Башкортостана Рустем Хамитов представил отчет о результатах деятельности правительства региона за прошлый год и ответил на вопросы депутатов республиканского парламента. В заседании принял участие и глава администрации Кумертау Борис Беляев. Руководитель региона в своем докладе обратил внимание на одобренную заявку города Кумертау на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития, а также сообщил о необходимости сделать упор на развитие, в том числе, сельского хозяйства. В качестве одного из положительных примеров был упомянут строящийся маслозавод в селе Маячный. Ожидаемая продолжительность жизни в республике впервые превысила 70 лет. Этот интегральный показатель характеризует уровень и качество жизни, работу сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения, напрямую влияющих на благополучие людей. Хорошие новости из Москвы. На прошлой неделе одобрены заявки Кумертау и Белебея на получение статуса территорий опережающего социально-экономического развития. В прошлом году проводилась большая работа в этом направлении, которая завершилась позитивным результатом. Теперь, после проведения соответствующих мероприятий, в этих городах будут созданы условия для реализации важных проектов, улучшится экономическая и социальная ситуация. Такие экономические механизмы уже начали успешно работать в других регионах. Нам нужно сделать упор на развитие как новых, так и традиционных для республики отраслей, например, сельского хозяйства. Кстати, первый проект в Кумертау касается переработки сельхозпродукции. Никто же вам не мешает. Только что я привел примеры Кумертау-Белебея. Настырные главы этих городских округов и муниципалитетов в Москву, неоднократно съездив, попали в интересную программу, которая, я уверен, поможет им сдвинуть с мертвой точки годами нерешаемые вопросы. Мы им помогали, да, в этом задача правительства. Я писал письма, Рустем Хабибович ездил, помогал, общался, так сказать, с людьми, которые принимают решения. Территория опережающего развития. Мы же сейчас слышим ТОР Дальний Восток, ТОР на Крыме, ТОР на северных территориях. И у нас территория опережающего развития появится. Прозевали в свое время создание свободных экономических зон. Прозевали. Сегодня все, окно возможностей закрыто. И закрылось оно там 5-7 лет назад. Но вот сегодня догнали с этим ТОРом. Это хорошо. Но кто мешает другим главам работать в этом направлении? Кто? Никто не мешает. Сегодня все возможности есть. Я открыт, правительство открыто. Любое письмо мы подпишем. Я регулярно бываю у главы государства, бываю в правительстве Российской Федерации. Любые формы обращения, любые, так сказать, письма мы готовы поддерживать, абсолютно любые. Вы знаете, ни одной инициативы я не задушил, ни одной, никому не запретил работать. На очередном заседании Совета городского округа был избран новый председатель. Этот вопрос значился первым в повестке заседаний 59-й сессии. Кто теперь руководит городским советом и какие еще вопросы рассмотрели депутаты, расскажет наш корреспондент. В повестке дня заседания Совета городского округа обозначено 11 вопросов. Первая тема касается избрания нового председателя Совета городского округа. Напомним, прежний руководитель Юрий Мельников подал в отставку по собственному желанию, в связи с чем были досрочно прекращены его полномочия. В этом году осенью будет избран новый состав всего депутатского корпуса. Однако до этого времени могут появиться обстоятельства, которые требуют принятия решений председателем. Об этом в своем докладе пояснил депутат Совета Алексей Сухачев. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета. Кандидатура на должность председателя Совета предлагается президиумом Совета либо в порядке самовыдвижения. В ближайшее время могут возникнуть обстоятельства, которые обуславливают необходимость совершения действий именно председателем Совета городского округа город Кумертау, а не заместителем председателя Совета, временно исполняющим обязанности председателя. Алексей Викторович отметил, что ранее 23 марта на заседании президиума Совета на пост председателя была предложена кандидатура Олега Астахова. Депутаты единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру. Поскольку Олег Анатольевич до этого возглавлял комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране
нарушений правопорядка, депутаты приняли решение о досрочном прекращении его полномочий в комиссии. Приступив к работе, Олег Астахов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и отметил, что вместе будут продолжать продуктивную работу. С отчетом об осуществлении деятельности административной комиссии за прошлый год выступил заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров. По представленной информации, за прошлый год постановление о наложении штрафа принято на 34% меньше. По словам Юрия Владимировича, здесь есть недоработка комиссии. За 2015 год комиссии проведено 34 заседания, за 2014 – 45. Рассмотрено 438 дел, что на 8% меньше, чем за 2014. В 2014 году 474 дела. Привлечено к административной ответственности 256 лиц, что на 24% меньше, чем в 2014 году – 333 лица. Основными проблемами в работе комиссии является уклонение лиц, в отношении которых ведется административное производство, от получения повестки, а также уклонение наказанных лиц от уплаты штрафов. Следует отметить, что показатели деятельности комиссии снизились относительно показателей 2014 года. Для эффективности работы сформирован новый состав комиссии, по результатам деятельности которой только за первый квартал проведено 10 заседаний, рассмотрено 168 дел, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так что прослеживается положительная динамика. Депутаты единогласным решением одобрили проект. Юрий Куров также представил информацию по организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Одним из главных вопросов по этой теме является вывоз и утилизация твердых бытовых отходов. Особенно остро складывается ситуация по несанкционированным свалкам в селе Маячный. Несмотря на регулярно проводимую представителями администрации и МУП транспортной базы разъяснительную работу с населением села Маячный о необходимости вывоза и утилизации бытового мусора цивилизованным путем, сельчане равнодушно относятся к предложению по услугам по вывозу и утилизации ТБО и по сей день не торопятся заключать договоры. В этом году силами административной комиссии постараемся ужесточить контроль за вывозом мусора в селе. В докладе говорилось и о мерах по снижению негативного влияния на окружающую среду от автотранспорта. Так, коммунальная техника переводится на газомоторное топливо. Депутаты внесли предложение проверить влияние на окружающую среду выбросов железнодорожного транспорта, а также ускорить работы по организации мусороперерабатывающего комплекса. Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Гульнара Кучербаева вынесла на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в бюджет на текущий год. Изменения предполагают увеличение расходной части более чем на 15 миллионов рублей. На финансирование выборов депутатов городского округа город Кумертау 988 тысяч рублей. Софинансирование расходов на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно и бесплатно 9 тысяч рублей. Это доля местного бюджета к сумме, которая выделяется из республиканского бюджета. Также софинансирование к республиканским средствам расходов на предоставление жилья молодым семьям 227,4 тысячи рублей. На приобретение квартиры, пригодной для проживания инвалида, пользующегося коляской по решению суда 1 641 тысяч рублей. Софинансирование расходов Федерального фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии МУП «Кинопарк», получен МУПом «Кинопарк» 9 769 тысяч рублей, субсидии федеральные, и наша доля будет 1 496 тысяч рублей. На приобретение оборудования для создания трансляции городских телепередач, для субсидии для ТРК «Арис» 1 миллион рублей, наружное освещение парка коммунальников с положительным заключением от декабря 2015 года 1 314 000 рублей. На подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону у нас два лагеря, которые имеют муниципальное имущество. Это «Ласточкино гнездо», «Зеленые дубки» по 1,5 миллиона рублей, всего 3 миллиона рублей. На ремонт школы и детских садов 5 200 000 рублей. На уплату земельного налога учреждениями за первый квартал 473 тысячи рублей. Широкое обсуждение получил вопрос о внесении изменений в методику определения годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом. Конкретно рассматривался вопрос снижения арендной платы коммерческим организациям, занимающимся досугом детей. Чтобы не повышать арендную плату, мы как бы пошли на встречу и предпринимателям, и приняли решение обратиться к депутатам, чтобы они снизили эту арендную плату. Я считаю, что установление
так сказать, в 30 раз заниженного коэффициента арендной платы, оно не совсем, так сказать, логично. По каким причинам? Значит, в этом же пункте, в пункте L, коэффициент К001, есть второй абзац, который гласит, то есть применяется коэффициент 0,1 сотая. Организациям, в том числе негосударственным, общественным, благотворительным, проводящим бесплатную, ключевое слово, бесплатную социально-педагогическую, еще ключевое слово, и досуговую работу с детьми и молодежью по месту жительства. То есть мы ставим равенство между организациями, которыми бесплатно проводят досуг, и ставим равенство между организациями, которые, так сказать, представляют платные услуги. Поэтому решать депутатам. Решением депутатов проект отправлен на доработку. Кроме этого, единогласно были приняты проекты решений о результатах работы отдела МВД по городу Кумертау, о работе постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам, внесены дополнения в прогнозный план приватизации муниципального имущества. После рассмотрения всех тем повестки дня о предстоящих изменениях в экономической сфере рассказал глава администрации Борис Беляев. У нас есть крупное предложение от инвесторов, которые готовы войти в Кумертау и создать новые рабочие места, порядка 2500. При условии создания города Кумертау ТОРов. Нашу работу оценил глава республики Башкортостан. Мы первые, передовых находимся. В заключение заместитель главы администрации Наталья Лапшина напомнила собравшимся заранее готовиться к таким мероприятиям, как Первомайская демонстрация и День Победы. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин, новости. Кумертау стал одним из 7 городов, которые принимают региональный форум под названием «Образование будущего». Несколько площадок масштабного мероприятия посетила и наша съемочная группа. Региональный форум «Образование будущего» проходит в 7 городах республики. Одна из его площадок работала в Центре детского творчества. Она направлена на профориентацию, поэтому здесь не обошлось без представителей учебных заведений. Преподаватель из авиационно-технического колледжа Татьяна Липатова рассказала, какие специальности на сегодня самые востребованные. Рассказываем студентам, ученикам о преимуществах технического обучения. Так как в последнее время именно технические специальности являются востребованы на рынке труда. И наша задача донести ученикам об условиях приема, о перспективе дальнейшего трудоустройства, о нашей тесной взаимосвязи с нашим градообразующим предприятием КУМАПП. Представители учебных заведений города старались максимально ярко представить свои направления подготовки. Заместитель директора по учебно-методической работе Кумертауского филиала ОГУ Ирина Сапрыка рассказала нам о приглашенных гостях форума. В гости на это мероприятие приглашены выпускники Кугарчинского, Кургазинского, Федоровского района. Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета представляет на этом форуме работу своих площадок, своих направлений подготовки. Другая площадка располагалась в главном корпусе горного колледжа. Здесь ежегодно проходит необычная экскурсия, которая организована в игровой форме. В этот раз игру решили приурочить к масштабному форуму. Ежегодно у нас в Кумертауском горном колледже проходит познавательная игра «Критерии истины», в которой принимают участие школьники нашего города. В этом году у нас небольшое новшество. К нам приехали район, то есть с разных районов ребята, чтобы поучаствовать в этой программе. Всего заявок у нас поступило 13, то есть 13 команд будут соревноваться между собой. По словам организаторов, игра способствует развитию потенциала будущих студентов колледжа и помогает определить, какая профессия больше всего подходит ученику. Как должна проходить игра «Критерии истины», нам рассказали студенты горного колледжа. В городе пришло 13 школ, и этих учеников наши сопровождающие, то есть волонтеры будут проводить их по кабинетам, ученики будут отвечать на вопросы, им будут давать задания, они будут это выполнять. Допустим, собрать электрическую цепь, потом там что-нибудь найти, ошибку в юридическом там исправлении, у нас юристы есть. Представители каждой специальности подготовили для учеников задания на профессиональные навыки. По словам организаторов, такой подход поможет выявить интересы и способности школьников. Отметим, что в нашем городе площадки форума «Образование будущего» были также организованы в корпусах Кумертауского филиала ОГУ, в Башкирской республиканской гимназии-интернате и школах города. В рамках форума проводились игры, лекции и психологические тренинги. Кроме нашего города, в этом событии также приняли участие Белорецк, Учалы, Сибай, Туймазы, а также Октябрьск, Нефтекамск и Месигутово.
По всей Башкирии на это событие были приглашены ученики 8-11 классов, их родители и педагогическая общественность. Целью форума, по словам организаторов, было повышение конкурентоспособности образования в Башкортостане. Роман Бекулов, Иван Семенов, телекомпания «Арис». Во вторник в Центральной детской библиотеке прошло праздничное открытие недели детской книги, посвященное году российского кино. Старт пятидневного празднования «Книжкиных именин» попал в объектив и нашей телекамеры. В этом году празднику детской книги исполняется 73 года. Традиционно в последнюю неделю марта по всей России проходит неделя детской и юношеской книги. А название для этого праздника «Книжкины именины» придумал знаменитый детский писатель Лев Косиль. А в Кумертау их начали отмечать 22 марта в Центральной детской библиотеке. У нас сегодня состоялось открытие городской недели детской книги. В этом году мы ее посвятили году кино. Называется она у нас «Книги на экране», и каждый день недели детской книги будет посвящен определенному виду кинематографа. Когда-то этот праздник проходил в колонном зале Дома Союзов, самом главном концертном зале России, и длился он всего один день. Спустя некоторое время книжки на именины стали широко отмечать по всей стране целую неделю. С большим удовольствием посещают мероприятия не только дети, но и взрослые. Мне очень понравилось. Даже вот мне, вот взрослой, находясь на этом празднике, было безумно интересно. Вспомнив свое детство, вспомнив эти детские песни, эти детские мультфильмы, я просто отдохнула душой и окунулась в том далеком мире, в котором была когда-то так же, как и они. Гости праздника смогли встретиться с любимыми героями детских книг и киноэкрана, узнали, как создаются мультфильмы, и смогли раскрыть некоторые тайны кинематографа. Одними из главными героев представления стали Оля и Ело, персонажи сказки «Королевство кривых зеркал». Мне понравилось сегодняшнее представление. Было очень весело, задорно, интересно. Я хочу, чтобы много раз такие праздники повторялись, чтобы все на них выступали, принимали участие. По сюжету сказки Оля и Ело случайно попадают в королевство кривых зеркал. Чтобы вернуться домой, девочки должны пройти несколько испытаний. Разгадать загадки, продемонстрировать свои способности, таланты и знания. Юные зрители помогали им в этом, активно участвуя в играх, викторинах и музыкальных номерах. Я сегодня была героиней феи Агинг, наоборот, книга. Из мультфильма «Королевство зеркалья». Мне очень понравилось играть эту роль. Вот. И я пела песню «Мир детям». Участницы представления отнеслись с большой ответственностью к исполнению своих ролей и со взрослой серьезностью говорили об основных целях мероприятия. Мне кажется, для того, чтобы все знали, что в городе есть библиотека, в которой много очень людей участвует, чтобы участники этого мультфильма показали себя, и все знали их. Надо приобщать вообще всех детей к чтению. Наше время никто не читает, но и сейчас мы хорошо узнали, вспомнили сказки, которые были в каких-то годах популярны, а сейчас мы почти забыли их. В завершение праздника нашу съемочную группу ожидал сюрприз. В сотрудничестве с детской телестудией «Пролайф» библиотека в прошлом году запускала проект «Литературные прогулки по Кумертау». Ведущие телестудии знакомили своих телезрителей с поэтами и писателями, чьими именами названы улицы нашего города. В числе создателей передачи был и оператор телекомпании «Арис» Иван Семенов. Он был приглашен на сцену, буквально не отрываясь от съемочного процесса, и награжден как один из самых преданных друзей библиотеки. Да, и пользуясь возможностью, я хотела бы поблагодарить всех, кто помог состояться нашему празднику. Это, конечно же, отдел культуры, ДК «Рассвет», который организовал звуковое сопровождение нашего мероприятия. И особая благодарность от лица нашего коллектива и наших читателей тем, кто оказал финансовую помощь. Перед началом мероприятия каждый из присутствующих получил жетончики с номерами, двое из которых смогли участвовать в розыгрыше призов. Обладатели счастливых номеров получили настенный календарь и коллекционную подарочную ручку от Кумертауского авиапредприятия. Гульнас Филатова, Иван Семенов, телекомпания «Арис». Кумертауские дошкольники принимают участие в республиканской олимпиаде под названием «Мы гагаринцы». Она включает в себя несколько направлений. Центр детского творчества накануне стал базой для спортивного вектора. Подробности в нашем сюжете.
В Кумертау проходит республиканская олимпиада для старших дошкольников «Мы гагаринцы». Центр детского творчества принял городской этап соревнований по направлению «Физическая культура». Республиканская олимпиада «Мы гагаринцы» проводится по трем направлениям – интеллектуальное поле олимпиады, физическая культура. И в этом году введено новшество – рисунок на тему «Мой космический мир». По направлению физическая культура, которая проходит сегодня, принимает участие 36 детей из детских садов города Кумертау. По направлению интеллектуальное поле олимпиады состоится в начале апреля. И рисунок «Мой космический мир» итоги уже подведены, на которых вы можете ознакомиться на сайте управления образования. Дети состязались в челночном беге, прыгали в длину с места и бросали набивной мяч. Также ребята выполняли упражнения на брюшной пресс и равновесие. Тренер-преподаватель Евгений Иванов обучает школьников, но сегодня он уже видит потенциал своих будущих воспитанников. Для меня как тренеру, как для тренера интересно посмотреть уже наше подрастающее поколение. Вот они как будущие первоклассники. И мне уже можно сделать даже отбор ребят. Эти соревнования, они нужны всегда. Не только Кубок Гагарина, нужно и другие соревнования проводить в честь чего-то, в память кого-то. Награждение победителей и призеров Олимпиады пройдет в мае на специальной церемонии «Мы гагаринцы». В ней будут участвовать космонавты, спортсмены, а также яркие представители науки, культуры и искусства. На церемонию награждения приглашены военачальники, конструкторы, общественные и политические деятели России и Башкортостана. Роман Бекулов, Иван Семенов, телекомпания «Арис». Родиной кукольной, а иначе говоря, объемной мультипликации является Россия. Именно в нашей стране был создан первый кукольный фильм. Кукольная анимация или секреты оживших кукол под таким девизом в Центральной детской библиотеке организовали просветительское мероприятие. Куклы появились на Земле очень давно, еще в доисторические времена. Кукла – одна из первых игрушек. По форме они были довольно примитивными, а изображали или обозначали внешность людей или животных. Делали их из ткани, бумаги, дерева, фарфора, пластика и других материалов. Кукольная анимация или секреты оживших кукол так было названо одно из просветительских мероприятий, прошедших в Центральной детской библиотеке в рамках программы «Неделя книги». Все любят смотреть мультфильмы, и взрослые, и дети. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни. И дети учатся у героев мультфильмов добру, анализируют какие-то поступки. И мультфильмы развивают образное и абстрактное мышление. Вот сегодня мы попытались как можно больше рассказать о куклах, о том, как создают кукол, как детям самим приобщиться вот именно к созданию кукол. Самодельных кукол для мероприятия предоставила Елена Завальская, директор клуба «Икар». По ее словам, увлечение подобным творчеством началось с реконструкции сломанных кукол и изготовки нарядов для них. Последнюю старую куклу, куклу уже, которую просто выбросить и не смотреть на нее. Но посмотрела и думаю, сделаю я из нее капустную фею. Был материал, и уже подобралась одна розочка, вторая, и тут уже думала, что детей находят в капусте, а пускай будет эта капустная фея, как будто бы она у нас будет приносить вот, добрые. Одна из историй, связанных с увлечением Елены Завальской и рассказанная ею на мероприятии, произвела на маленьких зрителей особенно сильное впечатление. История о кукле, которую ее сестра приобрела на улице. И она уже достает деньги из кошелька, чтобы купить эту куклу, а мама берет эту Гришу и девочке дает своей и говорит, иди прощайся с Гришей. Девочка отошла метра три и начала плакать. Вот пройдет лет 30 и 20, и эта девочка вырастет, и всю жизнь она будет помнить своего Гришу. Я бы никогда не предавала, потому что у нее, не знаю, мама была злая. Я же чувствую, когда расстаешься с любимой куклой. Грустно. Ребята услышали не только увлекательные истории, рассказанные гостями праздника, но также узнали множество фактов, связанных с кукольной мультипликацией. И сами смогли поучаствовать в процессе создания героев мультфильмов – лисички и пингвины из бумаги. Мы пришли сюда с мамой, чтобы узнать о куклах. Мне здесь очень понравилось, очень хорошее мероприятие. Активное участие в мероприятии принимали и присутствующие родители ребят. По их словам, обучать детей познавать мир с помощью чтения книг необходимо с самого юного возраста. Придешь еще на праздник? Я еще приду. Да, молодец. Мы книжки, да, мы записались в библиотеку вчера, взяли книжки, теперь будем дома читать. Нам очень все понравилось. Мы довольны и обязательно придем еще. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».
Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. До свидания.